Участница по номеру 14, Москалёва Наталья. Thank you.
Ивановича, вот не только инициатор и человек, который осуществлял весь этот конкурс, но, наверное, на меня никто не обидится, если я скажу такой факт, что за много десятков лет работы далеко не у всех преподавателей, может, даже ни у кого из здесь сидящих, нет столько лауреатов, именно не детей, а лауреатов, учеников, которые, в общем-то, продолжили свой путь на профессиональной сцене. У него самое большое количество учеников, которые учатся в консерватории, которые закончили аспирантуру, которые работают в консерваториях. Это показатель совершенно фантастический и огромный. И это, наверное, есть самый лучший показатель работы преподавателя. Поэтому для меня не случайно, что именно такой человек, такой преподаватель понимает значение и организацию этого конкурса. Сергей Иванович, я вас еще раз искренне поздравляю. И вручаем спецприз Panasonic приемник. Что